Другим темам. В районах области начали прививать крупный рогатый скот. Это плановая сезонная вакцинация. Животных готовят к переводу из зимних квартир на пастбище. Из Куйбышевского района сюжет Оксаны Тимошенко. Мишка, ну ты что, хороший пациент. Держи. Мишка. 300-килограммовый пациент на приеме задержался не дольше 5 минут. За это время ветеринары успели обработать небольшую рану, взять кровь на анализ и поставить укол. Мы решаем вопросы. Это в первую очередь заслон инфекции. Когда проводятся все ветеринарные мероприятия вовремя, мы создаем иммунитет животных против инфекционных заболеваний. Проверяется на бруцеллез, лейкоз. Работа в этом хозяйстве идет быстро, отмечают ветеринары. На обработку стадов 90 голов потребовалось чуть больше получаса. А все благодаря так называемому расколу. Крытое помещение с узкими железными проходами для крупнорогатого скота построили в этом году. За здоровьем животных пристально следят. Кулешовское хозяйство – одно из самых крупных в районе. Больше 1500 голов. И самое дисциплинированное с точки зрения соблюдения санитарных норм. Ну, сделали все это под крышей, там, где... С вакциной работает, сделали отопление. У нас сейчас плановые обработки. И когда такие возникают проблемы, там надо кого-то отбить, подлечить, тоже как бы здесь. Железные проходы надежно фиксируют быков и телят. Ширина рассчитана так, чтобы крупные животные в них не застревали, а мелкие не смогли перегородить проход. Самое главное, по словам ветеринаров, животные не травмируют друг друга. Безопасности и сами ветврачи. Этот опыт нашего хозяйства, который здесь построили, будем мы распространять среди наших руководителей, чтобы они приехали, тоже посмотрели. Качественная обработка скота – это оказывает положительный результат. Сегодня в хозяйствах Куйбышевского района насчитывают больше 14 тысяч голов крупнорогатого скота. Ставить профилактические прививки и делать заборы крови каждого животного ветеринарным врачам необходимо не меньше 2 раз в год. Своевременные меры профилактики позволяют не только сохранить поголовье, но и не допустить распространения инфекций. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС.